A. B. J. E. A. B. J. E. A. E. E. A. E. E. Учитывая все эти и прочие открытия историков, археологов и литературоведов, подтверждающие достоверность Нового Завета, стоит ли удивляться, что Эдвард Масгрейв Блейклок Профессор классической филологии из Оклендского университета в Новой Зеландии заявил, что Лука — превосходный историк, достойный занять почетное место в ряду великих греческих писателей. Шервин Уайт, историк античного периода, причем довольно авторитетный историк, выразился так. Что касается деяний, это он о книге «Деяния», написанных Лукой, то доказательств их исторической точности у нас предостаточно. Доктор Брюс, профессор Манчестерского университета, почивший несколько лет тому назад, считавшийся одним из лучших специалистов по древнегреческим рукописям, заявил, «Мы можем с полным правом сказать, что археология подтвердила Новый Завет». А доктор Крейг Бломберг, специалист по Новому Завету, сказал, Историк, труды которого прошли проверку на достоверность там, где это возможно, имеет право на доверие читателя и там, где нет возможности для подобной проверки. В предыдущих видеофрагментах я рассказывал вам о самых разных исследованиях, событиях, фактах, приводил примеры археологических находок, документов, не связанных со священным писанием, но подтверждающих его достоверность, и я присоединяюсь к мнению этих ученых. Лука — непревзойденный историк. Я пришел к выводу, что если нельзя верить Луке при всей его точности и надежности, то нельзя верить никому, кого я читал или изучал. Библия исторически точна, и ее точность и достоверность подтверждена вне библейскими источниками